Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас посылочка огромная, вот такая вот ивановского трикотажа от Василька. Итак, поехали. У нас сейчас с вами все распакуем, все примерим. Я с таким трепетом всегда жду посылки от Василька, потому что люблю, люблю девчонки. Так, ух. Все так плотненько упаковано. Сейчас без вас пошуршу. Накладная. По ценам вас сориентирую. Так, достаю по порядку. Первое это у нас футболка, по-моему. Да, футболочка вот такая вот красивая. Для себя взяла в размере 56. Я беру всегда больше, чтобы было свободненько. Еще раз про размеры в Васильке, девчонки. Мой размер 52. Я беру в основном всегда 56. Есть некоторые вещи, которые 54 свободно мне, есть некоторые вещи, которые 54 мне маловато. Вот в прошлый раз у нас с вами немножко костюмчик 54 размера сел прям совсем в облипку, поэтому все-таки надо брать больше. Хлопок дает усадку. В процессе носки, конечно, хлопок растягивается, но тем не менее, когда вы постираете, он дает усадку. Я люблю, чтобы было все так свободненько, оверсайз, поэтому пусть лучше будет. Получается, смотрите, у меня 52-56, я беру на 4 размера больше. Или это на 2 считается. Так, футболка. Футболку не найду я что-то. А, вот, футболка женская. 287 рублей, девчонки. Такая красота. Сейчас с вами распакуем, посмотрим, как она выглядит. Написано «Париж». Ну, 100% хлопок. Я думаю, это не обязательно озвучивать. Здесь достаточно длинный рукав. Я помню, я выбирала специально на сайте. Камера немножко выбеливает, она в жизни поярче. Когда будем мерить, вы это увидите. Вот такая вот красивая футболочка. Вот размер 56. Вот. Классно, классно. Швы все всегда в Васильке прекрасные, мне нравится. Все обработано замечательно, горловина, да, все прекрасно. По дому таскать или под спортивный костюмчик, даже на улице щеголять весной, огонь. Так, поехали дальше. Дальше колготки детские, девчонки, заказала. Размер 140-152 с небольшим запасиком. Взяла ребенку в школу. Хлопковые, малиновый цвет. Они должны быть такой средней плотности, чтобы не сильно жарко было, потому что в школе все-таки отопление. Сейчас посмотрим с вами. Ну да, они такие средние по теплоте, скажем так. Вот такие розовые хорошие колготочки. Как раз, в принципе, нет, нам самый раз. Я люблю, чтобы они были повыше, у ребенка не соскальзывали в процессе носки, чтобы она там в школе себе их не поправляла. Яркие, красивые колготочки с носочком. Две полосочки сзади, как положено, одна спереди. Все очень приличненько. Тоже померяем вам, все покажем. Так, следующий продукт. Это, по-моему, у меня пижама, если я не ошибаюсь. Да, 134. Это детская пижама, девчонки. Так, колготки сейчас я вас сориентирую по цене. Пижама у нас стоит 476 рублей. А колготки детские хлопковые 105 рублей, всего 105 рублей. Представляете, такое счастье. И взяли пижаму. Мне очень нравятся детские вещи в Васильке. У них сейчас много новинок выходит. Если раньше у них был ассортимент детский как-то так вот поскуднее, сейчас очень много. Буквально вчера смотрела в Инстаграм, у них толстовки такие крутые появились. Думаю, что ж я с заказом-то поспешила. Прям классные. Так, вот футболочка с мышкой такая. Написано «Маус Бэби». Класс. 134 размер. Девчонки, вот это наш размер. Она сзади, смотрите, получается чуть удлиненная. Сейчас все померяем тоже. А штанишки вот в такой расцветочке, очень миленькой. А здесь такие серые лампасы у нас получаются. Они даже не сбоку, а спереди сделаны. Ну так интересно, мне понравилось. А на поясочке... Нет, это декоративный. Декоративный можно, в принципе, оторвать, потому что это пижама, чтобы не мешало спать, да? Резинка вшита... И она зафиксирована швом, то есть она не будет переворачиваться. Видите, широкая такая резинка. И внизу у нас вот такие же серенькие, как футболочка, идут, как резиночки, да? Без карманчиков, просто вот такие вот декоративные серые полоски спереди. А сзади вот такие штанишки. Классная пижама, мне нравится. Такая тоненькая. Сейчас отопление более-менее, дома тепло. Так, следующий продукт вижу, это мой. Костюм в размере 58. Ой, я ничего себе отхватила. Костюм женский звезды, зеленый бонжур. Вот так он выглядит в размере 58. Лучше больше, чем меньше, девчонки. Так, где он? Костюм звезды, 651 рубль. Я вам буду делать вставочки, как это выглядит на сайте, на модели. Где-нибудь сбоку, да, чтобы вы имели представление. Ну и на мне потом посмотрите. Вот с этикеточкой Василек, прям здорово. Здесь короткий рукавчик.
Это футболочка и рукавчик летучая мышь, девчонки. Вот так. Футболка тоже удлиненная получается сзади, да? Такая ткань невесомая. Вы знаете, похоже прям среднее что-то между вискозой и хлопком. Так, а что-то здесь этикетку я не вижу. На штанах, наверное, посмотрите, с чего же этот костюмчик. Так, этикеточку не вижу, девчонки. Нет, только размер. И такие штанишки. Он достаточно легкий. Резиночка вот так тоже вшита. Не должна переворачиваться она. Хотя она не пристрочена, она свободно там гуляет. Посмотрим. Она не прострочена. Так, вот штанишки. И внизу они просто, без резиночки. Вот так. Вот такая красота. Все померяем. Дальше, девчонки, вот полотенца. Я в полном восторге от полотенц Васильки и Узбекистан, и Туркменистан. Они мне очень нравятся. У меня вот такое же оранжевое сейчас в использовании. Уже несколько раз его стирала. Оно по-прежнему плотное, оно по-прежнему мягкое. Прям вообще. Это полотенце махровое Узбекистан лавандового цвета. 140 на 70 его размер. И цена... И цена, цена, цена. Где наши полотенчики? Вот лаванда. 293 рубля. Такое огромное полотенце. Вообще супер. Я им прям не нарадуюсь. Сейчас покажу вам, как оно выглядит. Вот полотенчика. Самый большой размер, в который можно и обернуться при желании, да? Вот такое. И оно даже вот до первой стирки немножко тоньше, чем оно потом. Потом оно становится еще мягче, еще плотнее. Безумно круто впитывает, девчонки. Вообще я от этих полотенчиков в восторге. Такое же я заказала махровое Туркменистан. Туркменистан уже, да. Я взяла для сравнения, потому что я все время брала как-то или Узбекистан, или Туркменистан. А тут взяла для сравнения. Туркменистан немножко подороже. 70 на 140 тоже. Так, и оно у нас стоит уже... Так, 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 так. 317. 317. Если это 293, то это на 20 рублей так приблизительно подороже, да? И здесь у нас плотность 430 грамм на метр в квадрате. А Узбекистан 420 грамм на метр в квадрате. Чтобы вы имели представление. То есть Туркменистан, оно немножко поплотнее. Да, оно поплотнее. 100% хлопок. Вот этикеточка, смотрите, какая. Оно поплотнее. Они тоже шикарные, безумно мягкие. И еще потолще, чем предыдущие. Так, и маленькое взяла полотенчика на кухню. Оно без этикеточки у нас почему-то. Вот такое голубое. 75 рублей, девчонки, полотенце 70 на 40. Его можно даже и для волос использовать. Такой размер. Вот. Вот такой полотенчик. Вот такого вот размера. Тоже этикеточка. Вот, смотрите. Оно немножко потоньше. 380 грамм на метр в квадрате. Да, оно немножко потоньше, чем вот эти предыдущие. Так, поехали дальше. Взяла носочки. Вот такие, девчонки, ребенку. Он размер 7-9 лет. Это носочки тепленькие. Кашемировые. 5 штук здесь в упаковке. И они у нас с вами стоят 395 рублей. 400 рублей 5 штук. По 79 пара. Сейчас с вами откроем, я уже вижу, какие они мягенькие, классные. Это вот по дому сейчас зимой щеголять. Ну и когда совсем холодно, сушу. На улицу одевать, конечно, когда мороз уже будет. Ой, они прелестные, девчонки, смотрите, такие мягенькие, мягенькие, мягенькие. Невозможно вообще. Потому что я и купила одни носки такие вязаные, высокие, колется, говорят. Это кашемир, вот это вот класс. Здесь рисуночки, по-моему, оленики нарисованы, девчонки. Вот они... В 5 расцветочках такие бежевые, коричневые, оранжевые, голубые, черные. Давайте с вами бежевые посмотрим. Сейчас откроем. Я вам покажу поподробней. Ниточкой прошито. Но они безумно мягкие, классные. Вот в этих она уже будет щеголять. И они точно не будут колоть. Вот изнаночка. Все прошито хорошо. Тянутся вот так. Здорово. Очень мягкие, невероятно просто. Прям хоть себе одну пару возьми. Смотрите, как тянутся. Классно. Так, поехали дальше. Дальше костюм. Тоже мой. Здесь костюм женский Бруклин черный в размере 56. Тут у нас был 58. Вот сейчас будем мерить, заодно посмотрим. Вот такой вот черный классический. Здесь уже у меня толстовка с длинным рукавом была. Так, костюм Бруклин 990 рублей. Да, он у нас уже подороже. Он потеплее. Не такой тонкий, как предыдущий.
В этом можно уже и на улицу щеголять. Так, вот такая толстовочка. Да, он такой плотненький, не сильно тонкий. Надпись спереди. Внизу на толстовке резинка. На рукавчиках, рукавчик длинный, тоже резиночка. Вот так. И штанишки, наверное, обычные черные, с карманчиками даже. Карманчики красиво отделаны. Вот, обычно здесь уже резинка у нас прострочена, да? Штаны прям такие большие. И внизу на резиночке тоже. Обычные, без надписи, без всего. А, ой, нет, тут надпись на одной штанине, да, вот есть. Все померяем. Так, дальше, девчонки, что это, что это? Туника, туника взяла, ходить по дому, 56 размер. Так, туника у нас стоит 504 рубля. Зелененькая такая, симпатичная, мне очень понравилось, как она на сайте выглядит. Смотрите, здесь сбоку такие, как пуговки, да? И дальше вот такой вот рисуночек. Рукавчик тоже летучая мышь. Достаточно длинная должна быть. И сзади разрез. Сзади прострочка по спине, видите, шов. И внизу разрез. Ой, и карманчики есть, класс. Ну, померим, все посмотрим. Так, и осталось у меня, девчонки, два постельных белья. Первый комплект малышковый, яселька. Размер это я брала на подарок. Здесь простынь у нас на резинке, называется «Город». Желтый ком-рисунок. Так, а постелька-яселька у нас стоит 528 рублей. С простынью на резинке, девчонки, это бязь. Вот информация, кому интересно, да? Сделано в России по ГОСТу. Так, открывается у нас тут. Ой, прям запаяна упаковка, слушайте. Запаяна упаковка. Мы, наверное, с вами даже не откроем. Ну так, а, нет, откроем все. Сейчас откроем. Просто потрогать хотя бы. Так. Такая красивая расцветочка, свеженькая. Здесь машинки у нас. Машинки, светофорчики, вот что-то такое. Ткань приятная, я вообще люблю. Больше всего я для себя поняла из бязи комплекта. Все-таки бязь, она мне как-то ближе, и мне не нравится больше всего. И второй комплект взяла дочери. Сейчас мы застелим его, с вами посмотрим. Полутораспальный. Ламы. Вот такая прикольная расцветка, мятненькая, и нарисованы ламы. 100% хлопок, бязь. 50, с наволочкой 50 на 70 я взяла. Две штуки их здесь. Этот комплект уже ламы стоит 699 рублей. Ну, тоже шикарно. Пододеяльник, простыня. Так, сейчас откроем. Тоже так запаяно, прям добротно. Вот они, ламы. Вообще красота. У нас подушка у дочери на кровати маленькая. Я обычно, когда ей покупаю постельное белье, смотрите, бумажка какая-то внутри лежит, я наволочки вот эти вот ушиваю немножко на машинке, потому что они ей 50 на 70 даже великоваты. Вот они, две наволочки. Вот как выглядят. Классный, красивый комплектик, такой нежненький. А у нее подушка, наверное, вот такая, в половину этой наволочки. Надо ушивать, в общем. Так, просто необычная у нас, без резиночки. Вот так вот она выглядит. Ну и пододеяльничек. Все в одной расцветочке, все в одной гамме. В общем, сейчас все застелим, все померяем и вам покажем. Стелили детский вот комплектик. Невероятно такой нежненький, классный. Одеяло это у меня здесь, ну, пополам, чтобы вы понимали. Мы заправляем, да? Подушечку я уже пошила. В два раза ее уменьшила. Вот и простынь. Очень нежный комплект, мне прям нравится. Ну, я вам уже говорила, что бязь я обожаю. Нравится? Да. Класс? Да. Да? Все, спать? Да. Классно, да? Красивые ламы какие. С ума сойти можно. Вот детская пижамка. Дойди подальше показать. И носочки надела. Пижамка вообще классная. Как раз тут 34 наш размерчик. Видно твои носочки там? Ага, видно. Мягенькие? Да. Футболочка сзади подлиннее. Вообще классная, классная пижамка. Мне очень нравится. Такая приятная к телу. Мышонок такой маленький, да? Ну, подойди поближе, покажи футболочку. Ну вот, классная пижамка. Все супер. Носки прелесть, да? В таких будешь по дому ходить? Да. Такие не колются? Да. Класс? Да. И что, у нас футболка. Вот такая, свободненько. Все здорово, классно, супер. Сзади, да, она немножко подлиннее. Рукавчик длинный. Замечательно просто. Вырез. Я очень люблю такой вырез. Мой самый любимый. И на кофтах, и на футболках. Прям вот супер. Вот такой вот V-образный, скажем так, да? Вот такая вот футболочка. Просто прелесть. И длина, и размер, и рукавчик. Все замечательно. Туника, девчонки.
Здесь рукавчик уже покороче, такой совсем коротенький. И длина выше колена. Так, я тебя сейчас сшибу, что ты прячешься за шторкой. Длина выше колена. Вот тут карманчики. Немножко выше колена. У меня рост 1,70 м. Мне кажется, можно на весну даже со спортивными штанишками в такой тунике щеголять. Сейчас вот одену штаны от костюма, посмотрю, как будет смотреться. Сейчас покажу, как с штанами. Они, кстати, по цвету круто сочетаются. Вот штанишки, они к низу как раз зауженные. Они к низу как раз зауженные. И получается, вот с этой туникой очень даже ничего себе так. Сверху можно джинсовку, какую-нибудь коротенькую курточку. Мне кажется, будет классно. Вот, девчонки, уже с кофточкой от этих штанишек. Здесь такая горловина пристроченная, да, и на рукавчике также. Ну, это, конечно, больше домашний костюм, не такой походный. Домашний, как пижамка, очень красивый, мне прям нравится. Здорово. Это у нас костюм был в 56-м размере. Вот сейчас мы будем мерить темный-черный. Он у нас в 58-м размере. То есть 56-й, это прям вот хорошо. Это прям вот хорошо. Но опять же, смотря какая вещь. Некоторые великовато бывают, некоторые маловато. Даже в таком размере. Вот так здорово. Надпись здесь набита. Эти надписи васильки набивают хорошо. Они не стираются потом при стирке. Они остаются на месте. Вот такой костюмчик. Слушайте, а нет, девчонки, сейчас этикетку с черного оторвал. Получается, у нас в 58-м зеленый. То есть он вообще маломерка. Вообще. Если это 58-й, он мне практически в облипку. А вот этот черный в 56-м. И в принципе, ну, он также. Рукавчик хорошо длинный, плечи даже вот, даже, ну, нормально как раз, да, плечи. Длина кофточки, то есть животик скрывает. Штанишки к низу тоже зауженные. Мне вот этот костюмчик прям нравится. На улицу ходить весной. Даже сейчас, в принципе, парку одел сверху, ботиночки пошел, классно. Вот этот костюмчик прям хороший, мне понравился. Зеленый тоже классный, но он, получается, девчонки сильно маломерит, да? Вот так. Штанишки по длине все нормально, они высокие, они мне вот здесь. То есть они высокие, все хорошо, все замечательно. Прям в черном вообще огонь. Ну и на этом все, мои хорошие. Я заказом осталась очень довольна. В принципе, все пришло крайне удачно. Размеры все совпадают. Попало более-менее. Теперь вот смотрите, даже, наверное, 58-й некоторые вещи мне надо брать, да? Ну, что поделаешь, маломерит немножко одежда в васильке, а так качество все-все на высоте. Я обожаю их спортивные костюмы, вообще ношу годами, просто довольна всем. Ну, а если мое видео было вам интересно и полезно, обязательно подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много интересного. Ссылка на сайт Василек и на инстаграм Василек всегда под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Цены самые вкусные из ивановского трикотажа, дешевле не встречала. Всех люблю, целую, всем пока-пока.